Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Бойфренд, зашибись, мама с бабушкой, класс, сестренка, супер. Но она должна сама изменить. Заставить часы стрелок в ту сторону крутиться и идти так, как хочет она. Вот связки имеют тенденцию смыкаться, то есть они вот работают, как бы они смыкаются. Врач чуть-чуть затронул мне нерв голосовой, одна связка стоит на месте, то есть вот нерв как атрофированный, вторая работает. Естественно, так она не может до конца сомкнуться, они же должны, она вот так смыкается, то есть, естественно, продув между связок. То есть она вот, если было чисто, я бы разговаривала чисто, а вот это вот сип и вот нехватка дыхания за счет того, что воздух проходит в эту щель, пока сложновато, но я уже начинаю говорить. Я пою, но я стараюсь не брать высокие ноты сейчас. У меня есть девчонки, бэк-вокалист, которые, можно сказать, вытягивают. Нельзя пока вообще, в принципе, петь. Но я не могу, потому что так случилось, что... Ну вот вновь все вернулось ко мне, по сути. Оно вернулось. И это, в принципе... Не так сложно, как кажется. Ага. Да, а у вас есть украинский номер? Его? Давайте я сейчас украинский скину его номер, вы ему позвоните. Ага. Да, я сейчас... Хотели играть в казино. Ты пропустил. Пацанов с 90-х. Can you write? I don't think you can write the words. Yeah, you just need to draw. That's it. Only pictures. Oh, would you? That'd be fun. Like, how did you even know the song? Чё? How do you play Susan Vine? Just really ugly and then sexy. Дима, россиянин-то происходит. И с утра можно. Сладко ем только по утрам. Like tourists, yeah. But I've been everywhere. I haven't been here before. Well, I wake up 5 o'clock, go to the gym. Yes, go to the gym. But you know what? You'll actually feel good. You'll feel good. Смотри, давай знаешь, что сделаем? Мне записано, я прописала вот, ну, задние вот эти вещи. Свен дала? Да, я дала все Свену. А, ну все. Смотри, там вот эта вот фраза, где ты на «я сошла с ума», поешь раз, два, после пяти, потом я вступаю, я спела внизу. Ты можешь мою партию так же спеть наверху просто. Хорошо. И так же ваши мысли вместе, что мы раз, два, после пяти. Мы что, тоже... русский делаем? Я английскую, русскую спела. Да. Какую мы делаем? Английскую, наверное, да? Наверное. Английскую здесь. Что, вот какие-то мурашки только что прибежали. Ой, передала мне прям. Отвежность вчера. Ну вот когда ты, я же сказала, что важно вот это для меня. Вот. Трогать, чувствовать и смотреть на тебя. Это важно. Трогать, чувствовать, смотреть на меня. Волку. Yeah, I like that one. That's a great one. Так, все, мне теперь жарко. Ну, видишь, я обняла. Нет, я чувствую, у меня менопауза. То есть я ее обняла, у меня мурашки, и стало жарко. Вот этот обмен, вот. Вот что важно. Конечно. Пятерка, то ты была красноватая. Пятерка была коричневая. Ну, так тебе хорошо очень. Сейчас ручка, ножками потопаем. Держи, Джану. А
она сейчас тащит гарчик, да? Поцелуй? Ну, мин верти. Стандартный. Но он должен быть не такой. Может, он будет в конце, а там, ну, вот... Стандартный. Ну, не под я зашла с ума. А вот позже, когда уже мы закончим обняться, ну вот, чистая эмоция, понимаешь? Нормально, нормально, хорошо. Сетка, конечно, я начинаю, вот я уже сегодня сказала, что такие, как вот такая, вот такие мурашки появляются. И чем ты начинаешь с ней чаще, ну, как бы дольше общаться, вот разговаривать, такая какая-то вот... Нужно просто потрогать друг друга. Роднота, да, вот, да. Из-за... Роднота такая за руки, есть. Взять за руки. Иди к нам, иди к Тристану. Не стой там. Общайся, что ты? Не хочется с ним общаться. Он пусть... Мога! Поехали. Привет. Привет. На ноте капот не закрыть. Нам парни что-то сняли? Да, здесь сняли. Все, я уже что-то как-то не дышу.